Всем привет, я Гела. Девчоночки, я связала третий свитер. За январь у меня получился. Да, все никак не покажу. Ну вот, наконец-то дозрело. И вы знаете, у меня воротник вот этот, он еще на булавочках. Сейчас после съемки я его подошью. У меня уже вон иголка с ниткой готова. Вот, все в работе. В общем, решила продемонстрировать, но я не хотела просто вот кардиган и все. Обычно. Мне хотелось что-то необычного, и я, конечно, уже довязывая, когда уже придумала, что я сделаю. Сначала хотела связать воротник, шальку большую какую-то, а потом я вспомнила вот про этот воротник. Это натуральный мех кролика. Он легенький такой, мягенький, тоненький, и я вот такой воротничок, он прям готовый воротник, да, и я его... Он отлично сюда подошел, и я его сейчас после съемки подошью просто вот иголкой с ниткой, прям через край к самой планочке. Планочка у меня связана крючком, уже после сборки я связала крючком планку, и там вывязаны петли, пуговицы. Но у меня не было других, я решила оставить эти. Они, правда, может быть, и не нужно было цвета добавлять. Они такого бордово-коричневого темного цвета, как натуральная кожа, как будто бы вот такие пуговицы. Но они сюда, в принципе, подошли совсем неплохо, и я решила их оставить. И вот так вот добавлю еще воротник. То есть вот такое у меня столько деталей всевозможных получилось. Но я хотела большой такой кардиган, оверсайз, вот на пуговицах, прям с большими рукавами такими, знаете, активными. И вот связала вот такие, эта вязка называется пузыри, по-моему. Вот, и я решила сделать рукава и немножечко цветом оформить полочку одну. Вот, пряжи, я не хотела вязать одной пряжи, одним цветом, вот обычную кофту. Я хотела что-то такое, знаете, и у меня вот прям получилось, ну, мне нравится. Это, конечно, может быть, не всем понравится такое. Я люблю такие вещи. Мне очень нравится этот кардиган. Можно носить весной, осенью, как верхнюю одежду. А можно, если позволяет фасон там пальто или куртки, то можно и под верхнюю одежду носить, разумеется, тоже. Вот. Пряжа у меня здесь Nako Sport Wool. Очень мягенький такой, очень мягкий, тепленький кардиган получился. Я прям довольна. В итоге за январь у меня большой фиолетовый свитер, который я вам показывала раньше, и розовый пуловер тоже показывала, и вот третья вещь, это вот такой кардиган. Будет время, сделаю мастер-класс в YouTube и обязательно сообщу.